1 апреля Одинцовские храмы проводят богослужение в формате онлайн. Подробная информация о расписании публикуется на официальном сайте благочиния и на страницах соцсетей. Таким же способом можно подать записки о здравии и упокоении близких. Первая интернет-трансляция состоялась из собора Георгия Победоносца. Одинцовское благочиние планирует и далее практиковать дистанционные службы для прихожан. Священнослужители призывают не посещать храмы очно в целях безопасности.